появление канала «Культура» создало своеобразное, я говорил уже об этом, своеобразное даже культурное гетто. Вот как бы вся культура загнана в канал «Культура», и руководители других каналов, когда им говорят: «Ребята, почему у вас нет культуры?» Они говорят: «Как? Ну, уже канал «Культура», ну, чего вы хотите, чего вам еще надо?» Но сегодня канал «Культура», конечно, это канал искусства. А культура шире, чем искусство. Почему? Там какие-то политические дискуссии бывают. Ну, это же тоже искусство. Это же тоже искусство. А искусство политической полемики? Да, ты понимаешь, какая штука? Ведь у нас та аудитория, на которую был рассчитан канал «Культура», то, что мы называли интеллигенцией, которая, как известно, ни в одном языке мира толком-то не существует такого понятия. Это же гигантский был слой. Это были инженеры, врачи, педагоги, я не знаю, кто еще там, ну, все. И люди жили, интересуясь новыми журналами, причем журналами художественными, и там, если они были, они меньше, конечно, были политическими журналами. Они читали все новинки, они смотрели все кино. То есть люди жили в таком культурном наборе. И получалось, что телевидение выполняло знаменитую свою триаду информировать, просвещать и развлекать. Где-то начиная с 90-х годов, одновременно с вторжением рекламы, которая, как ты помнишь, под вашим водительством. Да, она пришла такая скромная, застенчивая реклама, сел на краешек стула, сказал: «Ребят, я немножко посижу, если вам нужно что-нибудь, я вам помогу». А потом как-то чуть растолкала и стала хозяйкой на телевидении. И вот когда она пришла, что получилось? Информация сегодня ушла в интернет по скорости, по темпу. Я сам себя ловлю, я небольшой знаток интернета, все. Но я новости получаю через интернет. Просвещение ушло вообще никуда, это не наша функция. Как сказал один из руководящих товарищей на телевидении, он сказал, что просвещение – это не функция телевидения. А кто это сказал, кстати? Один наш общий знакомый. Хорошо. Будем так говорить. Вот. И осталось развлечение, которое заполонило все. Значит, развлечения в разных видах. Или какие-то там бабки с голыми ногами, или стреляли. Я, знаешь, я когда смотрю, иногда вот так пощелкаешь каналы, и сразу вспоминаешь фильм «Белое солнце пустыни». Помнишь, когда спрашивают его: «Ты что пришел?» «Стреляли». То же самое здесь. «Стреляли». Я сегодня не представляю актера, я думаю, что, наверное, это сейчас уже в театральных вузах учат, который не умел бы держать в руках пистолет, не умел бы стрелять от бедра. А что играть-то? А что играть? Играть-то надо уметь стрелять. Ну, если еще ты умеешь дать по морде, но это сложнее все-таки. Тут нужна какая-то спортивная подготовка. А стрелять как-то, изображая стрельбу, значительно проще. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».